Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы продолжаем прохождение GTA 5. В предыдущей серии мы просто, не знаю, устраивали вакханалию вместе с Мэривезер, ФРБ, взорвали здание. Короче, пойдите посмотрите предыдущую серию, кто не смотрел. Но, чуваки, это была реально самая лучшая миссия в игре. И, как я и говорил в конце предыдущей серии, мы сейчас едем домой к Майклу, потому что нам доставили костюм культа Эпсилон. И мы на него сейчас будем смотреть и оденем его на Франклина и поглядим, что из этого всего получится. Так как тема культа Эпсилон мне довольно интересна. Big Daddy in the house. Big Daddy in the house. Да-да-да. Так, где-то сюда нам нужно зайти. И вот он, наш шкаф. Так, одежда. Мантия Эпсилон. Замечательно. Хорошо. Проносите мантию в общей сложности 10 дней, чтобы усмирить свой антитезис. Замечательно. Я не уверен, что 10 дней. Это дофига времени на самом-то деле. Ну ладно. Я думаю, мы найдем сейчас чем заняться. Что у нас там вообще по заданиям? Я предлагаю пока что, раз мы этим занимаемся, давайте... А нам-то и делать нечего. У нас-то и заданий, судя по всему, нет никаких, да? Просто, ну, как бы, давайте позвоним. Где там наша... Армана, Аманда, а где барышня из культа Эпсилон? А, вот, Марни. Или Марни. Ясно. Хорошо, давайте тогда отправимся к зданию Кефлона и поглядим, что там есть. Кефлона, культа Эпсилон. Оно где-то здесь, только я хрен знает где, ну, конечно. Ну, думаю, сейчас найдем. Оно близко где-то, рядом прям. Где-то оно прям вот было рядом-рядом. Вон оно. Ага. То есть зайти нельзя, да? Окей, хорошо. Тогда давайте просто как мы умеем. Чё у вас здесь? О, нас все равно. Чё у вас здесь? Кефлон, мать твою. Hey, buddy, what's up? I'm crazy excited. I've seen the track. It's being written. It's always been written. You should join us. You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Meriwether. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable. But not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Отлично. Ну, во всяком случае, хотя бы теперь понимаем, что хочет Дэйв. But they're not very interesting. Ладненько. Ну, давайте, не знаю, что делать. Что делать-то? Заданий-то у нас нет никаких, ни хрена. И культ Эпсилон тоже от нас вроде пока ничего не хочет. Меток не появилось. Носить форму, вернее, одежду, это нужно 10 дней. Короче, я не уверен. Дело в том, что игра же любит менять одежду персонажам. То есть, если я сейчас, получается, сниму одежду, ну, вернее, переключусь на Франклина, то, допустим, скорее всего, Майкл снимет одежду. Хотя я хочу попробовать сейчас вернуться домой, извините, и попробовать поспать, типа, 10 раз. Ну, для того, чтобы вроде как 10 суток должно пройти. Посмотрим, что из этого получится. Я не уверен, что это сработает, но чисто по логике, по идее, должно. Если чисто логически, теоретически, логически... Ну, короче, вы меня поняли. Ты
Собственные ворота не дают покоя. О, открывайся. Big Daddy is home. Big Daddy in the house. Да-да-да. Так, где там лестница? Чего? Аманда? Короче, там что-то дичь какая-то происходит. На улице кто-то стреляет. 6 какая. А что-то, короче, там полиция с кем-то походу воюет конкретно. Офигеть. Вот просто так, средь бела дня. Но это GTA, что сказать. Ладно, давайте попробуем реализовать, так скажем, наш хитрый план в жизнь. Сохранить игру. Я так понимаю, ну, один раз, ну, 10 раз сохранится. Да ладно, что уж там. Заодно глянем, сколько там это процентов осталось. 63% у нас прохождение игры. Так, это у нас один раз, по идее. Это у нас будет второй день. Ну, я так думаю, я уверен. Ну, я не уверен, конечно, что это сработает. А, 64%, кстати. Я не уверен, что... А здесь можно как-то посмотреть дату? Какая сегодняшняя дата? Понедельник. Хорошо, давайте посмотрим. У нас понедельник, и, по идее, если мы сейчас сохранимся, будет типа вторник. Якобы. Окей. Давайте глянем в телефон. Мы что там видим? Мы видим понедельник. 8 часов. 8 часов утра. То есть, получается, давайте еще раз проверим. Судя по всему, это не работает. Ну, да, короче, нифига. Не работает, потому что время проходит очень мало. Я думал, сутки пройдут, а проходит довольно малое количество времени. Ладно, хрен с ним. Давайте переключимся тогда за Франклина. Такое дело. Посмотрим, что там у Франклина. Может быть, Майкл и не снимет эту форму. Но я не уверен, что 10 дней мы за одну серию сделаем. Майкл стоит в пробке. Хорошо, давайте глянем. У нас тут недалеко. А, у Майкла дома, кстати. Поедем к Майклу домой. Ой, вернее, не у Майкла дома, у Франклина дома. Чё их вечно путаю, я не понимаю. Глянем, что там. И вот вы, кстати, так в комментариях мне не написали, что за лажа у меня с радаром и из-за чего это такая фигня вообще творится. То есть вы видите, да, след вот, ну, полоска фиолетовая, она не цельная, а такая, как с искажением какая-то идет. Фиг его знает, в общем. На дрова не грешу, потому что свежие стоят и в основном все работает. В Fallout 4 та же история. Нижняя полоска тоже, она как-то там плохо подсвечивается. Так, где-то внизу, да? Чё ж ты медленно так ходишь, Франклин? А, ну, окей, так тоже можно. Радуется своему дому. О! Оу, щит. Оу, хей! Хей! А ты кто? Девушка его, что ли? He just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool.
I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price out. Как же меня доставляют нигерские разговоры. One more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Palito Bay. You do what you gotta do. Лесопилка в Палето Бэй. Знаю я, где она находится, знаю. Ой, Ламар, вечно в какое-то дерьмо влазит. Так, мотоцикл, пожалуй, нафиг машину. Быстрее будет на мотоцикле, думаю, доехать. А Лестеру нахрена звонить? Huh. This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Окей, то есть и Майкл, и Тревор тоже будут помогать Франклину, как я понимаю. Ладно. Я все думал, кого хрена они там на этой лесопилке делают? Оказывается, пакуют травище. Окей. Но, так как вы знаете, я против наркотиков и все, что с ними связано, поэтому я думаю, если мы уничтожим очередную нарколабораторию, то это будет только в бонус. Почему бы нет? Именно за этим я и взял мотоцикл. Можно срезать углы нехило. Ты бы, Майкл, шлем одел бы, а? Давай, одевай. Ну? О, молодец, поехали. Только что он непрозрачный? О, твою мать! Я думал, здесь все-таки проеду, ладно. Я хотел повеселиться, но не вышло. Майкл. Вернее, Ламар. Хрен моржовый. Ламар, вредный хуй. Как и Лестер. Весьма. Вполне. Да, вы мне там кто-то писал из вас по поводу Ведьмака третьего. Ну, не, нифига, не буду я в него играть. Что-то как-то не зашла мне игра. Ну как, для себя-то я в нее поиграл, но не знаю. Слишком уж не являюсь я таким сильным фанатом серии. Как оказалось. Чё я такими чигирями-то поехал? Можно было по трассе как-то срезать, я думаю. Чё-то там ещё материться, деревенщина, блин. Но нормально воткнулся. Ну, мотоцикл, конечно, мы Майклу, вернее, Франклин. Че их вечно, блин, путаю? Запилили годный бобер такой. Ну, хотя не очень на бобер похоже, но годно.
это было близко. Да. Нормально, чуть не сдох, блин. Так, и где мой мотоцикл теперь? Внизу где-то там вот валяется, да, походу? Ладно, пробежимся, найдем его. Мы, в принципе, уже и доехали, собственно. Вот она, лесопилка. А, и вон мотоцикл, блин. А, и Тревор, и Майкл тоже здесь. Ну, радует то, что Майкл не снял свой синий наряд. Деловой нига. Смотрите, какой деловой нига. Now, me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Buck's over there. Yeah, tell Trevor I said, bite me. Man, I said, shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? А, вон его, ведут два Баласа. Баласов ненавижу. Кто ненавидит Баласов, Лойс? Ставьте палец вверх. Ну, нормально. Тревор пошел, короче, что называется. Окей, займите позицию. Ну, окей, доберитесь до любой из отмеченных позиций. Давайте на карте глянем, где это находится, с какой лучшей стороны заходить. Но я думаю, где-то вот здесь. Все-таки эта позиция поинтереснее будет. Какого хрена вообще? Че, блин? Давайте за Франклина переключимся. Найдите Ламара. Хорошо. А, опять за Тревора. Меня бесит вот эта фигня, когда надо переключаться то за того, то за того. Но так как у меня есть миниган, пожалуй, я буду им пользоваться. Да? И для Тревора это именно то, что нужно. Ну, здравствуйте, ребятки. А где ты стреляешь, говно? Так, ладно, думаю, Франклин, вернее, Тревор здесь разберется. Вовремя заканчиваются патроны, конечно. Оу, щит, мэн. Ненавижу гребаных Баласов. Нихера вас тут. Так, пора переключиться за Майкла, пожалуй. А Франклин пока здесь тут поразбирается. Так, вижу. А, вон они где. На верхах стоят. Где же вы есть, придурки-то? Так, хорошо, теперь Франклин. Ну-ка, подживился уже. Где-то сверху еще засранец стреляет. Вон, говнюк. На тебе в шапку. Хедшот. Бичес. Бичес, мазафака. Давай, давай, валим отсюда.
Блин, да вас тут до хрена слишком для меня одного. Настало время минигана с 700 патронами, правда. Да, только вот жизни у Франклина осталось вообще чуть-чуть. Есть у него еда какая-то? Нет? Нет, конечно. Что за инструкции? А, понятно. Говно. Валим, валим, валим. Блин, там еще они ехают. Ладно, воспользуемся гранатометом. Во, вот это уже другая разборка, я понимаю. Во, нормально, зашло. Чуть себя, конечно, не убил. Но такое дело, нормально. Да, я сейчас тоже не отказался бы от годного бургера. Так, ладно. Они сами по себе, о себе позаботятся, как я понимаю. Ты грязный засранец вообще, ты мне денег теперь должен до хрена и больше. Ламара к нему домой, блин. Меня еще волнует вопрос, где мой гребаный мотоцикл. All secluded and shit. Stretch hit me up. I'm like, yeah, that's the perfect place to buy kush by the missing. Nigga, perfect place to clap some fool you beefing with. Man, I ain't even know at the time. I just thought we was gonna parlay. Parlay? Nigga, please. Every time you leave the house, fools try to clap. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Man, you sure? Jest. Sure there's been a few times. No, I'm completely 100% sure. Every time, nigga. Whether you buying drugs, selling drugs, or discussing drugs, talking about the weather, whatever. Man, these streets is hard, dawg. This the hood you talking about. This the hood you talking about. Maybe you forgot, since you've been bettering yourself, sitting in that house on the hill, looking down on the animals in South Central and shit. Man, you know it ain't like that. Do I, my nigga? Because that's the way it looked to me. I'm making the best out of what I'm giving. You know what I'm talking about? I ain't in some type of business. Mentorship program. The only mentor I got. And we gonna do something about that, dawg. Trust me. Man, I ain't got people teaching me that white collar crime shit. Ain't shit changed for me. Oh, Silyuk на мотоцикле. Ain't helping. What the fuck you call this? Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Forum gangsters, nigga. So I shouldn't have called them, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. Oh, mate. Тихо. And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in a situation, all right? It's the hood, Frank. Fuck! Короче, Ламар тот еще засранец. Ну, хотя это нормальный грязный нигер. Он хотел сам во всем разобраться. Но хотя, мне кажется, если бы Майкл не позвал Тревора и Франклина, то его бы этого засранца Ламара грохнули бы. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga, Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other... The
other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers tried to take us down. But Stretch put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Aight, but tell me this, though. If Stretch was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He'd go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Ripping us off was probably Stretch's idea anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowing, man, maybe. Man, Stretch got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stretch sends you. Fuck, bitch! You out there where they doing a good deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit. And FC wasn't getting him out of it. You know what I'm talking about? Man, I don't know. That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shitted yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they sending an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you'd think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to. You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plain beyond where the buffalo keep on roaming and the little squaw bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. Bitch, please. Да-да-да. Блин, я половину, конечно, пропустил, пытался за дорогой следить, но... Короче, из того, что я понял, все-таки с балласами там не все так просто на Гроув-стрит. Их же тогда, если помните, в одной из предыдущих серий подставили, когда еще с Франклином и Тревором они туда ездили, пытались что-то впарить. Вообще, на самом деле, в сети ходит довольно большое количество слухов о том, что будет большое DLC для GTA 5. Продолжение Grove Street, я так понимаю, завезут историю про Сидаджи, но опять же это все слухи, поэтому говорить о чем-то абсолютно нет никакого смысла. Nigga, so I guess what we learned is, nigga don't think it ain't no fun if you have fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, you know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in the sack. Oh, shit, my nigga, that's nothing. Shit, nigga, I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street niggas in the back, but damn, man, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess it's payment for all the work a nigga put in for you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? А, то есть он хотел денег, да, чтобы ему денег дали нормально. Cause number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours have tried to get us killed, I saved you, dawg. Man, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me too, but I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you want to be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Well, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you remember where that is. No. Ooh. Ой, твою ж мать, блин. Только этих тут не хватало. I don't know y'all. We done. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly.
Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. See, Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. То есть они хотят, чтобы я Тревора замочил. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Oh, fuck. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Oh, flossing ass nigga. Да уж. Блин, уехали. Я хотел их бомбануть. Да, вот такие вот дела. Короче, теперь повесили на Франклина заняться Тревором. Но я надеюсь, там будет выбор, короче. И я не хочу Тревора убивать, потому что Тревор это все-таки мой один из любимых персонажей в игре. Можно сказать, самый любимый персонаж в игре. Он самый офигительный, мне кажется. Ну да, то, что он, конечно, наркоман, торчок и вообще бешеный тип. Это, конечно, да. Ох, жесть. Что там за смс-ка-то? Давайте позвоним. Ясно. Hey, what's up, homie? Hey. Hey, hang in there, homie. Ass fuck. Okay, then, badass. Dickbag. Не, нормально, подошел, поговорил. Дерьмо. Так, ладно, чем бы нам заняться? У нас есть Майкл. И это в доме у него находится. Или в магазине одежды. Хорошо, давайте переключимся тогда за Майкла. Будет у нас сегодня такая сборная солянка, короче. Занятий всяких. Я думал, все-таки займемся культом Эпсилон. Но в итоге я хрен знает где вообще. Еду на машине. Интересно, Майкл в одежде? Да, в одежде, в синей. Ладно, поехали тогда по заданию Майкла, посмотрим, что там. А, Ponson Boys. Это магазин одежды, судя по всему, или где? Или что это такое? Это премьера фильма Майкла. Окей, давайте зарулим туда, посмотрим. Ну, Ponson Boys это, по-моему, магазин одежды, насколько я знаю, поэтому... Судя по всему, мне сейчас нужно будет снять этот костюм, но я не хочу его снимать, ё-моё. Мне это не нужно. 10 дней. Какой сегодня день недели вообще? Вторник всего лишь-то. Всего лишь-то вторник. Короче, сейчас посмотрим. Если надо будет менять одежду, то я думаю, этого делать не буду. Анибу. Говорит, я видел плохих водителей, но ты... Да-да-да. Слышь? Щитхед, ты говоришь? Как ты там сказала? Щитхед? Ну-ка сюда иди. Не достреливает туда тазер, к сожалению. Ладно, хрен с ним. Ну и какого хрена здесь нужно делать? Наденьте парадный смокинг в Ponson Boys перед тем, как идти на премьеру... катастрофы. Да я не хочу, блин, ну... Ладно, хотя хрен с ним, чё уж там. Наденем парадный смокинг. И тебе кефлом. Да-да-да, кефлом. Костюмы. Смокинг. Вот эту штуку мне нужно, да, одеть? Я так понимаю. А, встретитесь с Джимми. Хорошо. Блин, жалко, сняли, конечно, синюю одежду. Джимми, смотрите на этого засранца. Гляньте.
В лимузин, ни хрена себе, ни хрена себе. У нас еще и водитель свой есть, ни хрена. A limo, Jim? Really? Vinewood Boulevard, the Oriental Theater. Open that champagne, Jimbo. Woo-hoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey! Нормально. Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. Жесть. I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Chisel in the movie bizzle! Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk Если бы еще народу по- на улице было побольше. Actually, like, а, ну вот стоят люди. B to the I to the P. Jimmy! Read my neck rolls! Entitled! E-N-T! Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Devin. Shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Да, Молли — это его адвокат или кто там, которого в турбине, короче, разорвали в позапредыдущей серии. But you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Че это стреляет? Салют, что ли? А, да, вон, смотрите, салюты. Фейерверки. О, да. Давай, сынуля, сюда иди. Пошли, почувствуй себя звездой. Look, we told you 1000 times you have to deliver on this, and you haven't. Да, да, да. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo. Oh, Laszlo. Meltdown. Some big stars. Some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. No. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Da-da-da. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Какого хрена? What's happening? Where's mom?
The girls are in danger. We gotta get to the house. Эта машина, думаю, подойдет. Окей. О, еще и время идет. Окей. Сейчас мы должны быстро разобраться с этими засранцами. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you... Да твою ж мать, ну как так вообще? Как они ездят-то, ё-моё, по рельсам, что ли? They'll be fine. They're tough. This is just... Нихрена тут народа. He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just... extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. That's not a family car. Ни хрена. А что здесь Мэри Уэзер-то делает? Я не понял. I'll go get the girls. You got... Daddy's home, you prick! You! What the fuck are you doing? One of them's in with Tracy! We gotta get in there, Michael! He's in there with our girl! Так, подожди, мне нужно супер свойство Майкла. Жесть какая. Жесть какая-то, дичь. Хрена она страшная, блин. Так, не-не-не, ребят, мне нужно вот эта замечательная пушка. Я не знаю, откуда она у меня. Neither do I. Just keep calm. Take him down. Daddy? Die! I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. Да не убьют они нас. Daddy's got you. Охеревшие мудаки, блин. Че, все что ли? Еще будут? Разнес просто херам свой дом, блин. Всегда хотел это сделать. Так, чё, всё, что ли, нет? Или ещё будут? О, комната Джимми, точно! Ну, раз нам дают возможность, почему бы не пошуметь немножко? По-моему, ведь просто так нельзя брать оружие внутри дома. Джимми! Это тебе за то, что ты украл тачку, твою мать! О, они там поднимаются, по-моему, поднимаются, да? Пошел нахрен с моего дома! Засранец. Чувствую себя всемогущим богом. А еще ехают. Все? Вроде все. В смысле? Чего? Что? Кто стреляет? Кто только что в меня, мать его, стрелял, я не пойму. Реально кто-то в меня стрелял, жесть. Так, тут где-то аптечка была. Во.
Охренеть, что в доме творится. Просто жесть. Трупешники валяются. Офигеть. Ни хрена. No, it's not. What was that? Someone there? Чего? Fuck. Yeah, you like that, don't you? Охренеть. I thought I was on that guy. Жесть. So you sit on his face? It's called teabagging? Good though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Да уж. Нормально, нормально. Полная катастрофа. Не, ну мне теперь с Дэвином надо разобраться, как бы, да, с этим засранцем. Came to my house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Weather isn't short on excuses to come and kill you, nor does Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Так, ну, короче, ладно. Раз тогда у нас будет, я так понял, сейчас подготовка к ограблению федерального хранилища. В общем, давайте на этом тогда серию закончим. А в следующей серии продолжим. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на группу, на лайв-канал, на твич-канал, на основной канал, на котором вы сейчас находитесь. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на все, что есть. Ссылки в описании. Всем пока.